что белорусский народ может гарантовать президенту, коли той сыходит в отставку? Даже не знаю, что вам на это ответить, если честно. С уровнем жизни в стране, что он может гарантировать, это интересный вопрос, конечно. Пенсию пускай получает, социальную, не вопрос. Поддержка, так сказать, со стороны социальных служб, там, значит, отдых достойный, проживание, все как полагается. Президента вообще всех надо судить. За что? Ну, мне кажется, что они заботятся только о себе, а не о народе. Но если он совершал какие-то преступления, то, естественно, что, мне кажется, это любого президента будет решаться вопрос о том, виноват он или нет. Что белорусский народ может гарантовать президенту? До свидания. Насчет неприкосновенности, ну, я не знаю. Если он не совершал преступлений, то тут и так все понятно. А если совершал, то должен отвечать. Но учитывая, что средняя пенсия у нас где-то 500 рублей, то я думаю, что ну, у него, наверное, на уровне, как у нас получают военные, то есть в пределах 1000, наверное, где-то так. Можно покинуть одну резиденцию, да, пенсия там державная добрая. Ну, да, вот что вы про это думаете? Ну, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, как-то, может быть, и накладно для народа будет. Я тоже хочу так. Я тоже согласен себе на одну из резиденций, личную охрану и полное гособеспечение. Но я думаю, он в отставку не пойдет. Его изберут опять.